Всем привет! В моем саду растет много клематисов, а в новой клумбе, которую я буквально разбила совсем недавно, подсадила сюда тую вересковидную Эрика и Дес совместно с розами. Раньше здесь цвели и росли клематисы два. Это Руж Кардинал и Виль де Леон. Я их оставила. Но вот Руж Кардинал зацвел немного раньше. Но вот если посмотреть, вот много еще распускается. То есть у клематиса Руж Кардинал растянутое цветение. Цветут, растут возле простой опоры, которую можно сделать самостоятельно. Вот листик висит. Вот такой Руж Кардинал. Очень яркий, насыщенный фиолетовый цвет. Здесь возле гортензии Аннабель, мускусной розы Динки растет. И еще вот сзади фон для этого клематиса Ива Мацудана. Здесь зацвел клематис Виль де Леон. Тоже имеет такой же насыщенный фиолетовый оттенок, темно-розовый, пурпурный. А внутри лепестков более светлый цвет, по краям темнее. Вот так вот распускается Виль де Леон. И достиг он высоты у меня около 2 метров уже. Ну, 1,90 м точно. Вот на такой опоре заплелся, пошел и на иву, и на гортензию Аннабель. Очень красиво цветет. Я не обрезала сильно эти клематисы, оставляла практически все, что наросло в прошлом году. Но думаю, в этом надо сделать обрезку максимально низко, ближе к земле, чтобы проснулись новые почки и была более пышная вот эта вот крона, куст клематиса. Посмотрите, какие красивые цветы. Вот так украшать будут мою клумбу с хвойными, с розами. Это клематис Виль де Леон. Самообильно цветущий, долго цветет. Пышно. У меня еще молодые кустики здесь, им только 2-й год. Ну вот, как получается. Это клематисы 3-й группы обрезки. То есть, чем ниже мы обрежем, тем пышнее кустик будет на следующий год и такое же обильное цветение. Я, конечно, их жалела и поступала неправильно, так как было только 3 побега в прошлом году, и практически я их все и оставила. И что это мне дало? Узенький, тоненький, необильно цветущий кустик. Хотя этот сорт располагает просто пену ярких цветов. Что один сорт, что второй. Я специально их сюда высаживала. Они отличаются сильной морозостойкостью и обильным цветением. 3-ю группу обрезки необходимо резать максимально низко, то есть где-то 10-15 сантиметров от земли. Не бойтесь, они хорошо зимуют и быстро нарастают весной. Красота! Всем хорошего дня и хорошего настроения!